Ой, праздник у нас, ой, праздник у нас, ой, праздник у нас продолжается. Народ у ворот, народ у ворот, народ у ворот собирается. Праздником, праздником вас, дорогие прихожане! Добрый вам день! Мир вам, гости дорогие! Счастья вам и радости! Любви и согласия! Весь православный мир празднует Покров Пресвятой Богородицы, заступница за всех христиан, как мать за своих детей. Мы молимся Матери Божией, зная, что она ближе всех к Богу нашему. Ради ее материнской любви и молитвы за нас Бог прощает наши прегрешения. Молитвы, слова золотые, поем мы у древних святых. Заступница Дева Мария, над нами покров свой раскинь. Славь, Россия, Богородицу, перезвон колоколов. Пойте всех соборов звонницы, Пресвятой ее покров. Славься, Матерь милосердная, в наших душах и в сердцах. Ты заступница усердная всей Руси во все века. Раз. Слякоть пусть и бездорожья, не грусти, потупя взор, ведь над нами Матерь Божья простирает амофор. От всего на свете злого лес и поле и дома покрывает все покровом Богородица сама. В красном углу стоят образа, тихо, внимательно смотрят глаза Матери Божией кроткий лик, взглядом своим прямо в душу проник. Слыша слова, приходите ко мне, все, кто нуждается, все, кто в беде, раскрой над всеми святой свой покров. К иконе тихо подойду я, Богу помолиться, и молитовка моя тихо затеплится. Богородица за нас милостливо глянет, и на сердце в тот же час так спокойно станет. Дорогие прихожане, вас от всей души поздравляет отец Григорий. Праздником Покрова Пресвятой Богородицы вас поздравляю, благословение митрополита и игумена нашего отца Елисея вам передаю. И желаю, чтобы праздник этот прошел весело и во славу Божию. Аминь. Всем казак был давно. Какой нужды не знал, всем казак был доволен, никакой нужды не знал. А теперь все испытал, все поступали вывал, чисто в поле страшном и боли, как жили люди, как Thank you.
Ты не теряешь, 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 ты не теряешь,
Степан. Это у нас Степан. Она тоже наш гармонист, интересный такой. Ну-ка, возьми гармошку. Сейчас я буду потихонечку как бы рассказывать об основах праздника, который мы здесь собрались с вами. А, вот так. Вот, как бы встретить. Собственно говоря, сам праздник посвящен... Ты что-то никак прям... Сам праздник как бы посвящен поминовению славных дел предков, упоминание азовского сидения, донских казаков, которые взяли крепость Азов, что-нибудь медленное, лирическое. Вот, воспоминание славных дел предков, которые казаки взяли крепость Азов и держали в течение 3 лет. Не давая турецким войскам перекрыть проход по Дону, казачьим судам, русским судам. Но потом русский царь отказался принять Азов под свое покровительство, и казаки были вынуждены уйти, потому что им противопоставлялось войско соотношением 1:100. Казаков было около 5000 человек, а против них турки выбросили войско в 500 тысяч. Поэтому казаки, сравняв крепость с уничтожив крепость, забрав с собой храм Ильи Пророка по кирпичику, все иконы ушли. И в память об этом славном событии мы празднуем День Всевеликого Войска Донского, который приходится на сегодняшнее число, 16 октября. Будьте здравы, будьте любы. Это для нас самое главное. И чтобы вы видели, что сыны славных предков не забыли воинскую культуру своих предков. Ведь мы, как же с ребятами, покажем вам элементы традиционного, элементы инициации, то есть воинской игры. Кто с нами хочет стать в круг единый? Хорошо, добро пожаловать. Так, казаки, да, все, молодцы, так. Идем под покров. Мальчонка. Направо! Навстречу друг другу. Пошли. Разошли. Теперь вот эти края сходятся. Пошли. Так, держи ты, захват. Конечно. Да, пошли. Так, не понимай. Давай, следующий. Держи.
выкрикивай, давай, давай! Я подарю,
здесь, когда не побывали еще. Галерическая? Да, нет, это агрессивная. Да, да. Ваша руководство. Чего? По этой улице ходить, а наши запретители по мордам не ходили.
На улице доской, меня тюклые доской. Я стою около народу все равно. Хорошо, победите, хорошо. Ну-ка, теперь посмотрим, какие вы, как говорится, в настоящем бою. Итак, сейчас. Девицы красавицы. Где там наши девицы, где они красавицы? Ну что, Сай, мы не суды. Вообще на вокальном отделении учусь. Вот там суперказачка у нас, давай суды. Давай, а вы это думали? Давай, вас зовем. Приглашаем на круг. А где мам сама? Давай сюда. Так, сейчас давайте активнее. Видишь, сколько казаков вас ждет? А так, ну чё? Так, казаки, ну-ка пошире круг, чтоб все видели. Пошире круг. Шире, шире, шире. Замечательный круг! Пристроился уже, ну! Иди сюда! Казаки, так, со мной встали казаки! Так, за Павлу, пожалуйста, казаки все встали! Дружненько! Прожиру! Все нормально, все честно, красиво, что? Ну идите, давай, девчат. Ну сначала вы должны, да? А что? Да, ну что ж, я ну, думаю, что иди, 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 иди. Ну я же к вам казак подходит. Лена, бегом, мы тебя делегируем от всего ансамбля. Я буду казак. Мама, я же... Так. Рекрутский набор. Сейчас, значит, так, казак подходит к казачке. Она чего ему такое задает интересное? Каковы задания? Мы, естественно, как браты ему поможем. Дабы у них, как говорится, все было очень хорошо. Так, ну кто первый? А ты смотришь? Уверен? Ну я вообще обычно старший пускаю. Вперед. Ну-ка давай. Да, давай, усатый, полосатый, вперед. А с музыкой. Так ты сначала подойди, а, если тебе музыку закажут, тогда да. Ну-ка давай. Ну, сначала выбрать надо, да? Ну выбери, попробуй. Покажу. А ты попробуй выбери. Ох ты, ты посмотри, а. Ой, он еще и сзади смотрит, а. А, ты посмотри, не спереди, сзади. Давай я. О, вот это уже серьезно. Не с нашей партии, ну ладно, пригодится. Так, а что ты от него хочешь? Чего ты от него хочешь? Денег! Слушай, он от тебя ничего не хочет, значит, он хочет все. Понятно. Значит, тогда круг будет давать ему задание. Чтобы ты посмотрел, куда шум тогда будет. Стоит у него. Нормально. Ты выпендриваешься, да, правильно? Я думаю, ежели у нас подтанцует. Да еще сдам, это будет в самый раз. Мы и посмотрим. Мы да. Будем знать, да, надежно ли руки мы отдаем, а то уже руки сбоинге. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Давай. Так. О, о, куда? Давай. Сейчас. Где музыка-то? Музыка, давай. Пошли. Давай следующего. Ну что, смелый с девушками, ты называешь казачками, а? Ну, выбирай, выбирай, выбирай. Давай, давай, быстрее, быстрее, выбирай. Ну, вот. Ты первый раз. Значит, объясняй еще раз. Покров – это не просто праздник, покров – это состояние души. Опаньки! Занятие это не сейчас. Стой! Микрофон в студию!
Ну что, Павел Юрьевич, гармонь? Обязательно. Народная. Душа. Да. Так. Давай. Какое? Ой, мороз, мороз. Готовься, да, пошли. Ох, мороз. Приготовься, поможем. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня, моего коня, моего коня. Вот так осуществляется казачье игрище. Но у нас сейчас времени очень много, поэтому берем так. Кто хочет участвовать в плясках, берет, подходит даму. Или девочку. Под покров и становится служочек. Так, быстро. Бегом, да, Thank you.
Yeah.
казаки гуляют, как по лугам казаки гуляют. Берега весела, девчоночка весела, берега весела, девчоночка весела. Круг, как он был у нас в начале. Наш праздник продолжается. Покровский замечательный праздник. Праздник урожая. Праздник любви. Свадебный праздник. Праздник. Перешагиваем, перешагиваем. Вот так, да-да-да-да. Молодцы, замечательно. Пресвятой Богородицы, Матери Божией. Давайте ей поклонимся. Давайте. Всем друженько, всем миром, с любовью, с почитанием. Ведь не зря в конце октября празднуется еще один замечательный праздник. Кто мне подскажет, какой же это праздник? Ну, день урожая, само собой, еще. Иди, моя дорогая, скорее. Какой праздник? День матери. Правильно. Как тебя зовут, моя дорогая? Ангелина. Ангелина. А стихи о маме знаешь? А кто знает стихи о маме? О маме, да. Давай, давай. Тебя как зовут? Илья. Мама. Кристина, тебе микрофон, пожалуйста. И ты будешь читать? Давай. Слово «мама» дорогое, мамой нужно дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Замечательно, Кристина, замечательно. Кто еще из ребят хочет? Так, пожалуйста, как тебя зовут? Егор. Егор, ты имена? Был еще младенцем, и она в тиши ночной, словно ангел у постели, охраняла твой покой. Девчину пытает казаку плетня. Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? Я сердце добуду для крали своей. Из желтых цехинов и звонких рублей. Девчина в ответ, заплетая косу, про ту мне ворожка гадала в лесу. Порочит она, мне полюбится тот, кто матери сердце мне дар принесет. Не надо цехинов, не надо рублей, дай сердце мне матери старой твоей. Я пепел ее настою на хмелю, настой напьюсь и тебя полюблю. С тех пор казак загрустил, захмурел, борща не хлебал, саламаты не ел. Клинком разрубил он у матери грудь и с ношей заветной отправился в путь. Он сердце ее на цветном рушнике каханы приносит в косматой руке. В пути у него помутилось в глазах. Взойдя на крылечко, споткнулся казак. А матери сердце, упав на порог, спросила его: не ушибся, сынок? Берегите сердце матери. Замечательно, спасибо, Валюш. Вот хотела игру провести, но после такого стихотворения, конечно, хочется что-то такое лирическое исполнить. Сегодня мы просили на Россию. Воскресенье, мой милый не пришел.
наши двери. Все правду расскажу я с милым разговалась. Зелень нет на саду. Я с милым разговалась. Зелень нет на саду. А у нас девушка, где у нас? Скажите, как вас зовут? Как? Громова Антонина. Замечательное имя, замечательное. Стоим, закадываем да. Желание. Закадывайте. А я должна сказать. Редкие имена, да? Правда, Покровша, это еще и гадали, помните? Желали себе чего-то самого невероятного. Но Тонечка подготовила тоже номер. Песня о Покровах. Милость Божья. Малыши, выходим сюда, все детки, девочки. Здрасте, что там есть? Да, пусть. Вот у нас два молодых человека. Ну-ка, пожалуйста, встаньте. А мы вам сейчас приготовим. Ребятки, а вы в сторону? В одну и в другую. В сторону, в сторону, в сторону. Давайте. Два молодых человека. Так, это вы, молодой человек. Что мы делаем? Собираем, да? Илья. Илья? Да. Пожалуйста, а вы в сторону? Ребята, все в сторону. В сторону не мешают. Руки из рук. Опустили. Мы сейчас вам рассыпем весь наш урожай. А вы должны будете как можно быстрее его собрать в эти корзинки. Мы вам даем по корзинке. Нет, нет, я даю конкретно ребятам, а вы в сторону. В сторону, вы будете болельщиками. Главными, чтобы вас не столкнули, чтобы вас не ударили. Да. Так, ничего не знаем. Кто быстрее соберет под музыку этот весь урожай, тот получит у нас приз. Итак, итак, начали. Так, ну это была репетиция. Вы поняли, да? А теперь все рассыпали как можно больше. Даже вот так. Все должны собрать. Без исключения. А теперь, пожалуйста. Ну, вы-то у нас заглавные, да? Так, вы у нас уже опытные. Давай-ка, Дика, ты посмотрел. Призы будут для всех, не переживайте. Так, иди, мой дорогой. Бери корзину. Все видел, что надо делать, да? Все в сторону, ребята. Никто ничего не помогает. Только они вдвоем. Только они вдвоем. Ребята, в сторону на 5 шагов. Взрослые, помогите. Итак, внимание, начали!
Замечательно! Правильно! Здорово! Хорошо! Кладите, пожалуйста, на наши лавочки весь собранный урожай. И, пожалуйста, все, кто принимал участие, ребята, Илюш, это тебе. Так, это тебе сладости. Так, это... Еще подарки, подарки в студию! Так, а у нас есть такая замечательная сказка, которая называется «Золушка». И одно из заданий, которое мамочка давала, помните, Золушка перед поездкой в... Иди сюда. Вот еще молодой человек играл. Вот. Рисуйте на здоровье, фантазируйте, воплощайте свои фантазии в жизнь. Итак, конфеты еще, нам конфеты нужны, как это? Вы что, зажать хотели? Как? Держи, скорей, держи, моя дорогая, вот они все помогали. Конфеты в студию, быстро всем! Всем конфеты в студию! Лена! Или кто это? Тонь. Валя, помогите, дайте конфеты, ребята. Жри, пока дают. Сейчас, малыш, жри. Залюбай, чтобы она там у тебя уместилась, чем больше. Давай быстрее, больше бери. Давай. Детки. Вы так хорошо работали по уборке урожая, так что заслужили конфеты. Дети, а сейчас очень трудное задание. Надо будет горох отделить от чечевицы. Слышите меня? Сейчас Татьяна Геннадьевна приносит нам. Ой, что-то вы так много насыпаете. Будете все работать, все в кучке. Ура! А, там фасоль и горох. Вот у нас такое задание. Сложное. Так. Нет, надо брать по горошинке, по фасолинке горох, отделить все. Мои дорогие, вот перед поездкой на бал мальчика нашей знаменитой Золушки дала задание. Чечевицу отделить от гороха. У нас нет чечевицы, мы фасоль насыпали. Попробуйте. Быстренько под музыку вот эту чашечку или здесь же отделить одно от другого. У кого больше, лучше, чище получится. Итак, внимание, начали? Держите. Можете присесть. Давайте, девчонки, мальчишки, одну чашку фасоль, другую горох. Так, да, ребята, а тут девчата, давайте. Вот. Поехали, все, начали. Быстрее. Музыка такая. Один берет горох, другой фасоль. Так, внимание, начали. Почти гороха нету. Быстрее. Горох половинка. Не полный, а по половиночке горох. Фасоль в одну чашечку, горох в другую. Кто нам насыпал горох? Молодцы, дети, молодцы! А куда?
день. Все мы даем. Вот это там. Вот и закончился наш праздник. Ура! Желаем всем помощи Божьей Матери и Покрова Пречистой над вашими семьями. Живите дружно, живите счастливо, живите богато, будьте здоровы! Будь добро! Thank you.